Что это? Это же жучок для прослушки. Кому нужно за мной следить? Может, это как-то с Егором связано? Я думаю, это ОМТ. ОМ что? Общество маленьких птичек. Они от меня только в 8 классе отвязались. Не смешно. Фиочки. Привет. Да ладно, забей, это я подкинула. От несостоявшегося мужа на память осталось. Слушай, а познакомилась с каким-нибудь богатеньким другом твоего Петра Алексеевича? Я не знаю никаких его друзей. Кость! Слушай, а ты вот как особо приближенная к императору, случайно никого не знаешь? Ну, есть один программист, они вроде дружат. О, ну-ка, ну-ка, фотка есть? Фотка. Какая у него фамилия? Солонович. Гениально. В школе его наверняка называли Сало. Так это же Сало. Твою мышь, это же вот этот урод, который хотел на меня заяву написать. Они знакомы? Нет. Это я пошутил. Петр Алексеевич его не знает. Это просто мужик захотел с нами сфоткаться. Костя, колись. Так, я вам ничего не скажу. Скажешь. Костик, давай говори, что вы там мутите с Петром Алексеевичем. Настя, я ничего не мучу. Петру Алексеевичу понравилась Даша. Он 3 месяца ее по всей Москве искал. А когда нашел, она была не в настроении из-за ссоры с Юлей. Ну, он решил их помирить и купил квартиру Юле, чтобы они съехались. Ну, про Солоновича и часы вы же знаете. Так романтично. Мариарти хренов. Я из-за него на 10 лет постарела. Даша, ты чего улыбишься? Надо ему отомстить. Я ему вот такую крысу под одеяльник засуну. До завтра. Хорошей дороги. Соф, ключи. Пока. А вы не в курсе, что мы съехались? Должно быть, для вас это такой удар. И как ее понимать? Сначала отказывается меня увольнять, а на следующий день съезжается с этой сволочью Вадимом. Где логика? В хоккее на траве больше логики, чем в женщине. К тому же Софья Яновна, вот нет-нет, да и шуршит шифером. А мне-то как реагировать? Действовать, не действовать? Обязательно действовать. Как? На, начинай качать. Я посмотрю, где спускает. Я вообще за советом пришел. А у меня лодка дырявая. Я сижу каждый день, слушаю стоны твои. Михаил Джекович, там проблема в 47-м. Жизнь спаслась! В чем проблема? Guten Abend. Доброй ночи. Я заместитель управляющего этого отеля. У вас очень громкая музыка. Это рейв. Он должен быть громкий. Сделайте тише, пожалуйста. Ваши соседи жалуются. Друг, у тебя проблемы? Давай их решим. Заходи, заходи. Давай их решим. Давай их решим. Снотворное? Нет, это для конспирации. Это для конспирации. Нет, спасибо. Это без меня. Да, да. А вот от алкоголя я, пожалуй, не откажусь. Да, да. Валентина Ивановна, это что, все мне? Да здесь нужен отряд горничных. Не жужжи. Уберешь и пойдешь отдыхать. Куда? На пенсию?
Этот номер проще сжечь, чем убрать. Ладно тебе. Что случилось? Ничего, мы здесь убираем. Интересно, кто так погулял? Свиньи какие-то. Доброе утро, Михаил Джекович. Простите, Петр Алексеевич. Я все объясню, это случайно получилось. Случайно? Алкоголь со снотворным случайно не употребляют. А вы подумали, что я это хотел руки на себя наложить? Нет, это не мое. Это немцы, рейверы, принесли. А вы продолжаете посещать сеансы Вадима Алексеевича? Я? Зачем? У меня все отлично. Я вижу. Приведите себя в порядок, через час жду Вадима Алексеевича. Нет, хорошо, что теща при... что мама приехала. Пока она с детьми гуляет, мы с тобой можем вместе побыть. Можем побыть. Ух ты, сейчас. Да, дядь Боль. Здорово. Да ты чё? Серьезно, что ли? И сильно разлилась? Жесть. Не, я бы приехал, с радостью приехал бы. Ну, у меня же выходной. Да не, слушай, ну хочу побыть с роднульчиками со своими, а чего? Что, в парке пойдем гулять, ну? Ну ладно, ну, дядь Боль, ну извини. Ну извини, ну, Что случилось? Да, беда у дяди Боль. Дачу что-то у нее там затопило, река разлилась. У нее же радикулит еще. Ёлки-палки. Ну, езжай, если надо. Ни в коем случае не поеду. Кто будет с детишками гулять? Мы с мамой справимся. Об этом не может быть и речи. Сеня, человек в беде. Помоги ему. Хорошо. Если ты так хочешь, я съезжу. Валя, ну, у соседей на даче потоп. Да, хоть ковчег строй и тварей всех собирай. Мы, в общем, с Арсением, ну, поедем уже. Что ж делать-то? Дренажные работы эти проводить, будь она неладна. Я... Валенька, до завтра, я тебя целую. Дядь Боль, я тебя ищу, я тебе звоню, у тебя занято. Я с Валей заболтался, чего? Че, не отпускает, да? Легенда про поток не сработала? Арсений, ну не надо, это вы у нас обитатель подкаблучий. О-о-о! Да, у меня все просто. Я говорю, Валя, я на рыбалку. Борь, ну о чем речь? Добрый путь. Все. Так и сказала, да? Так и сказала, да. Ну, конечно, ты лодку-то не рано надул, а? Да ее заклеить надо было, она в каморке не помещается. Сейчас она, секундочку, она подсохнет и поедем. Ну, пусть сохнет, что? Нам сохнуть не обязательно, а? Метафора принята. Ух ты! Фирменная! Петр Алексеевич, это бесполезная трата вашего времени. Он не придет, впрочем, как и на все предыдущие сеансы. Петр Алексеевич, простите, это была минутная слабость. Я осознаю, что самоубийство – это не выход, просто я немного запутался. Я понимаю, что мне нужно лечиться. Михаил Джекович, в следующий раз не тяните до последнего. Вернее, надеюсь, следующего раза не будет. Не буду вам мешать. Михаил Джекович, вы с этим трогательным номером езжайте в тур по стране, а мне работать не мешайте, договорились? Ладно. Скажу Петру Алексеевичу, что его сотрудник отказывается работать. Так, хорошо. Давайте поговорим. Что же натолкнуло вас на эту здравую идею отправиться на тот свет? Как вы, наверное, знаете, у меня большие неприятности в личной жизни. Какая-то скотина съехалась с моей женщиной. Поэтому я немного выпил. И тут на меня нахлынули воспоминания из детства, когда я еще жил в Африке. Как интересно. Продолжайте. Была холодная зима, примерно +26 в тени.
И моя сестра заболела. Мы с отцом отправились собирать целебные коренья, чтобы шаман мог ее вылечить. Мы так увлеклись поисками, что поздно заметили детеныша носорога неподалеку. Отец быстро сориентировался, помог мне забраться на дерево, а сам, к сожалению, не успел. Появился взрослый носорог и насадил отца на рог. Как трогательно, и в рифму погиб ваш отец. Это еще не все. А когда мне стукнуло 22 года, я даже подумывал сменить цвет кожи, как Майкл Джексон. Да. Доктор, как вы думаете, сколько сеансов нам потребуется? 40? 60? А вы зря смеетесь. Положение очень серьезное. Поэтому потребуются очень серьезные препараты. Да. Вот. Мощное, седативное для тяжело больных людей. Это как раз ваш случай. Я этого пить не буду. Как успехи? Пациент отказывается лечиться. Боюсь, что без этих препаратов он не сможет нормально работать. Нет, если это нужно. Петр Алексеевич, извините меня. Даша, прости, что столько раз обманывал тебя, я не специально. То есть специально. Ради нас, ради тебя. В наказание буду неделю ходить в этом парике. Не надо, я не обижаюсь. Это было даже романтично. Правда? Петр Алексеевич, с приездом. Юля, извините за квартиру. Проехали. У Дашки квартира даже лучше. Спасибо за понимание. Петр Алексеевич, я у вас в номере какую-то странную фигню нашла. Это что, жучок? Не знаю, но лучше выбросить. Извините, угу. Срочные дела. Чувствуешь? Запахло жареным. А тебе не кажется, что он как-то слишком серьезно отреагировал? Он будет знать, как нам голову морочить. Все, кажись, подсохло. Во! Где у тебя машина стоит? Я думал, ты за баранкой будешь. Я-то уже употребил. Ты что, дядь Боря, я же тоже употребил уже. Я думал, ты за рулем. Да. Жажда сиюминутного удовольствия затуманила разум. Тогда на электричке поедем. Не-не, я на электричке не поеду. Что это, духотень, что ли, терпеть? Это алкашню, что ли, кругом? С перегаром. Зачем это надо? А там же еще от станции до речки 4 километра топать. Конечно, вот это вот все на собственном горбу, что ли, тащить? Да, знаешь, оно, в принципе, и тут неплохо сидится. Ну, в принципе-то, да. Чем не природа? Как говорится, с милым рай и в шалаше. Дядь Боль, давай, горбатую гору тут не лепи. Чего, я образно? С чего вон, лучше вот перекрой, то президентский затопит. Опа-на! Опа-на! Михаил Джекович, у нас ЧП. В президентском люксе капает с потолка, а Боря, как назло, на дачу уехал и трубку не берет. Я попыталась пройти на крышу, но там закрыто. Валентина Ивановна, успокойтесь. Это все мелочь. Но там заливает. Пусть заливает. Вода – это источник жизни. А что за срочное дело? Даша, присядь. 5 лет назад я писал программное обеспечение для северокорейского ПВО. В процессе работы выяснилось, что никого из команды они не собираются оставлять в живых. Мне удалось сбежать, но
Видимо, они за мной следили. Слушай, если ты из-за этого жучка, то я... Сундера! Аны! Чугун! Чубапса! А Джекович говорит, вода – источник жизни. Вообще крыша поехала. Слушайте, может, вы успокоительными накачали, а? Как пахнет. Что это у нас, котлетки? Да. С макарошками. С пюрешкой. Прекрасно. Джекович, тебе плохо? Мне очень хорошо. Спасибо Вадиму Алексеевичу за чудесный препарат. Всем рекомендую. Джекович, слушай, давай тебе сейчас коктейль Блевантин замучу. Из тебя все таблетки пулей выйду. Давай. Федя, я уже все сделал сам. А, так чё ж ты нам тут... Успокойся. Если испортишь мой план, я тебе голову откушу. А, понял, понял. Какой план? Подыграй мне. А что с ним разговаривать-то? Что ты там про Софию бубнил? Точно. Это он из-за Софии Яновны решил на себя руки наложить. Да? Да. Что? Где мы? Судя по крику чаек, в порту. Думаю, нас грузят на корабль. Боюсь, что мы плывем в Корею. Мне страшно. Я с тобой. Так, все! Буоненьке! Джельхаго! I'm happy, my cares have flown away. 12 штук за полчаса. О, времена были. Все, не трави душ, я тебя прошу. Так хочется на рыбалку. Радужный форель-то где? Вот. Какая-то радужная, Славчан. На рыбалку, говоришь? И тунец нужен побольше, тунца. Опа, опа, левее, я тебе сказал, левее. Ты траву зацепишь, и меня блесну оборвет. Не надо каркать. Кто ты? Сейчас. Попал! Посекаю! Куда ты? Опа! Значит, помидоры в тот раз были лучше. Сегодня так себе. Опа-на! Опа-на! О-о-о! Лобстер-то будет. На, повкуснее. Здравствуйте, Михаил Джекович. Вы меня сбили. С чего? Вы когда-нибудь задумывались, сколько на нашей люстре висюлек? Ладно, я их ночью пересчитаю. Здравствуйте, Софья Яновна. Привет, а что с Михаилом Джековичем? Михаил Джекович пытался покончить с собой. Да это бред! Он это выдумал, чтобы ходить ко мне на сеансы и трепать мне нервы. И поэтому ты дал ему такое мощное седативное? Да, я согласен. Это было не очень профессионально. Но ты бы слышала, что этот клоун здесь нес. Папу на рог насадил, носорог. Это что за басня? Вадим, это правда. Его отца убил носорог, только я об этом знала. Не надо это сюда. Икринку много положил. Федор, вы Михаила Джековича не видели? Видел. Он в бассейн пошел. Заряжайся, она идет. Может,
К черту этот мегаполис. Слушай, да и в электричке вечером к народу меньше. О. Значительно. Да? А от станции до речки мы на коне поскачем. На каком коне? Вот! А вот и конь. To myself that I'd see the Eiffel Tower just before my dying hour. If I were just honest with myself, I'm so scared of breaking promises I made when I was 12. Что за грохот? Почему стало тихо? Думаю, нас закрыли в трюме. Даш, ты не переживай, все будет хорошо. Я им нужен живой для военных разработок. Поэтому я поставлю им условия. Тебя депортируют, а я навсегда останусь в Северной Корее. Так что я думаю, что это наше последнее свидание. Раньше, но не получилось. Угу. Я обманул тебя последний раз. Дядь Боря, вы что, реально доехали, да? Ёлки-палки. А я не помню сейчас. Ух ты. Даша, ну какие корейцы, какой корабль? Тебе лечиться надо.